Після трагічної смерті вихованця дитячого будинку «Перлинка» в Одесі перевірять трансформаторні підстанції. Про це йшла мова на апаратній нараді міської ради. Також триває перевірка дитячих установ на протипожежну безпеку. Але поки не виходить навіть налагодити організаційні моменти. Вот меня интересует, что мешает, ну, конечно, заменить, может быть, там, кран, гидрант или водоем, для этого нужно время, может быть, и выполнение технических и средств. Но здесь первое, организационные мероприятия, не требующие финансирования, такие как назначение ответственных лиц, их обучение, отработка инструкций, планов эвакуации и так далее, в основном выполнять. Что мешает выполнить полностью? Это финансирование в основном.